Сегодня в эфире. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона по поводу укусов клещей к медикам обратились 170 тысяч россиян. К концу мая число пострадавших от клещей в Ленинградской области превысило 1500 человек. Если прибавить тех, кто после укуса клещей обращался в петербургские медицинские учреждения, цифра вырастет до 5000 человек. 1. Городские учреждения здравоохранения, детская инфекционная больница номер 3. Приемное отделение клиническая инфекционная больница им. СП. Боткина, поликлиническое и приемное отделение. 2. Районные учреждения здравоохранения Адмиралтейский район травматологическое отделение поликлиники номер 24, круглосуточно поликлиника номер 27, с 8 до 20 Василеостровский район травматологическое отделение поликлиники номер 3, круглосуточно Выборгский район круглосуточный травматологический пункт поликлиники номер 104 Вольта будние дни, с 8 часов до 20 часов городская поликлиника номер 14, городская поликлиника номер 52, городская поликлиника номер 97, городская поликлиника номер 99, городская поликлиника номер 104, городская поликлиника номер 117, детская городская поликлиника номер 7, детская городская поликлиника номер 11 и детская городская поликлиника номер 17, детская городская поликлиника номер 63, детская городская поликлиника номер 71, в выходные и праздничные дни Калининский район травматологическое отделение поликлиники номер 54, круглосуточно травматологическое отделение поликлиники номер 112, круглосуточно травматологическое отделение поликлиники номер 96, с 8.00 до 22.00 детское травматологическое отделение поликлиники номер 118, с 9.00 до 20.00 отделение скорой медицинской помощи для детей детской поликлиники номер 29, с 20.00 до 9.00 Кировский район травматологическое отделение поликлиники номер 23 травматологическое отделение консультативно-диагностического центра номер 85 Колпинский район травматологическое травматологический пункт поликлиники номер 71, круглосуточно травматологический пункт детской городской больницы номер 22, Красногвардейский район травматологическое отделение поликлиники номер 120, круглосуточно травматологическое отделение детской поликлиники номер 68, с понедельника до пятницы с 9 часов до 20 часов, сборник. С 9 часов до 16 часов Красносельский район травматологическое отделение поликлиники номер 91, круглосуточно травматологическое отделение поликлиники номер 106, круглосуточно городская поликлиника номер 93, травматологический кабинет, в будние дни с 8 часов до 20 часов Кронштадт травматологическое отделение больницы номер 36, круглосуточно курортный район приемное отделение городской больницы номер 40, круглосуточно поликлиника номер 68, детское отделение поликлиники номер 68, поликлиника номер 69, детское поликлиническое отделение номер 69, поликлиника номер 70, Московский район травматологический пункт поликлиники номер 51, круглосуточно травматологический пункт поликлиники номер 48, Невский район травматологическое отделение поликлиники номер 8, круглосуточно травматологическое отделение поликлиники номер 6, круглосуточно травматологическое отделение поликлиники номер 25, с 8.00 до 20.00 детское травматологическое отделение поликлиники номер 62, с 8.00 до 20.00 Петроградский район травматологический пункт для взрослых круглосуточно отделение детской травматологии СПБ ГБУЗ, городская поликлиника номер 30, ДПО 14, с понедельника до пятницы с 8 часов до 20 часов, сборник, ВСК. С 9 часов до 15 часов, Петродворцовый район Николаевская больница, приемное отделение поликлиника номер 64 СПБ ГБУЗ, детская городская поликлиника номер 67 СПБ ГБУЗ, городская поликлиника номер 122, Приморский район, все амбулаторно-поликлинические учреждения района, центр травматологии и реабилитации поликлиники номер 114, круглосуточно Пушкин травматологическое отделение поликлиники номер 60, Фрунзенский район травматологическое отделение поликлиники номер 109, круглосуточно детское поликлиническое отделение номер 32, Центральный район, городская поликлиника номер 37, круглосуточно городская поликлиника номер 38, городская поликлиника номер 39, детская городская поликлиника номер 8, детская городская поликлиника номер 4. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь.